І термос – вельмі необхідний реч для туриста. Добрий вечір, сябри! А я тут заплечник збираю. Завтра з сябрами пойдемо у поход. Ух ты! Нічого собі! У нас тут у покойчик пчела прилетіла. Жу-жу-жу! Добрий вечір, поважаная пчелка! Жу-жу-жу! Гэта на пчаліній мові привітання, я правильно зрозумів? Жу! А жу значить так. Жу-жу! А чекайте, поспробуй здогадаться, калі жу гэта так, дык жу-жу можна перекласти як правильно. Жу! О, вось мы з вами і порозмовляли. Жу! А вы, пчелки, все працуете. Жу! Молодцы, пчелки, вядомые працаўніцы. Слухайте, поважаная пчелка, принесите мне, калі ласка, один слоечек меду. Я его с собой завтра у поход возьму. Мы с сябрами будем пить горбату с медом. Так я не зразумел, подороте тене. Полетела. Ух ты! Была одна пчелка, а теперь две. Жу-жу-жу. Ну, с вами мы уже познакомились и повитались, а с вами еще не. Жу-жу-жу, поважаная. Привитание. Привет. Ничего себе, вы еще и по-нашему размовляете? Бо я ученая пчела, я пчела-перекладчик. Ух ты, вельми приемно познакомиться, пчела-перекладчик. Я и не ведал, что пчелиная цивилизация сделала таки крок наперед. Жу-жу-жу-жу-жу! А, выбачайте, а что каже ваша сябровка? Яна каже, что вы люди шмат чего про нас не ведаете. И что, например? Ну, например, многие дети думают, что мы пчелки сбираем мед с кветок. А мы сбираем не мед, а солодкий нектар. А, и этот нектар вы потом перерабляете у мед. Жу-жу! О, ты правильно говоришь, Нестор. Я ведаю, что на вашей мове означает жу-жу. О, ты так само вельми талиновитый и хутка учишься, молодчина. Дякую, великий. Так что, подарите мне слоек меду? Хвилиночку, Нестор, зараз вырашим. Жу? Жу! Жу! Жу? Жу-жу! Жу-жу-жу. Дык, який ваш отказ? Мы параіліся і вырашылі, калі ты экзамен на выдатна здащі, адна слоек мятку атрымаеш. Экзамен? Жу-жу-жу-жу-жу! А ты хочу просто так мёд атрымаць? Не, мы пчёлкі працаўніцы, і табе папрацаваць прыйдзецца. Жу-жу! Экзамен, дык экзамен. Што трэба рабіць? Уяві сябе пчалой. Уявить себе пчелой? Жу-жу! Ну, добро, поспробую. Так, быть пчелой. Ну, як? О, подобный! А зараз потанчить. Жу-жу! Ого! А что, пчелы еще и танчить? Жу! Ну, добро, поспробую. Музыку, коли ласка. А что, не отрымливается? Чего вы там смеете? Все добро, просто смешный ты в выгляде пчелы. О, а давайте я чмялем побуду. И он же больше за пчелу. И вылетая на працу с самой ранницы, не чекаючи, покуль прогреется по ветра. Ну, это ведешь, молодчина. А вот кольки пчелки за один день робят вылету? До 10, а уся наша семья пчелок сбирая за день до 5 килограммов пахучего нектару. Ого, за один день? Ну и ну. А як пчелки знаходят кветковые поляны? Ну, як, их знаходят. Жу-жу-жу. Что? Кто с нас на экзамене? Ты, Синестор? Жу-жу-жу. Дык, кто знаходит кветковые поляны? Мы у тебя хотели испытать, кто? Жу-жу. Ну, мусить пчелки-разведчики, которые потом показывают дорогу до кветок иншим пчелкам. Это суправды так. А, еще я ведаю, что у каждой вули есть пчелки-вартовники, которые не пропускают до сотов ни водной пчелки из иншего вулия. Жу-жу. А как вартовники доведываются, кто есть кто? Жу. Ну, может, я не их... обнюхивают и только потом вырешают пропускать в улице, не так? Жу-жу. Жу-жу-жу-жу-жу-жу. А что это значит? А, мы тут пораились и вырешили, что экзамен ты сдал на выдатно. Жу-жу. Ух ты, так вы мне подарите слоек с медом. Жу-жу. Пчелки слово свое за счет дотримают.
Полетели! А ты тут чакай. Добро. Чакаю. Вось, Нестор, тримай. Пчолки тебе передали. О, великий дякуй. До речи, а сами где они? Ой, на працу полячили. Нектар жбирачи и соты из воска будовач. А потом мядок смачный робить. Ну так, лето для их самая горячая пора. Это мы и ведаем. Прыжи зима тогда отсыпаться будут. А зараз працуют и працуют. Я коли прочитал, что пчелы у спячку, як вы медведики упадают, вельми здивился. А вы меня сегодня вельми здивили и порадовали. Чим, Нестор? Бо такую цікавую гульню про пчелок придумали. И столько усяго ведаете про их. Цікаво ж не только назирать за розными пчелками, мурашами, але и читать про их. Топа, это ты сказал? Я? А что? Не, ничего. Я вельми рады. И мы рады, что тебе и спадзяемся ўсім деткам спадабаліся наши сённяшнія жужу. Вядома, спадабаліся, правда, сябры? Ну а зараз давайте глядзець мультфільм. Жужу! Глядзім. Эх, і ўсім пасля мультфільма рыхтавацца да адпачынку. Добрай ночы, дзяўчынкі, хлопчыкі. І салодкіх усім мядовых сноў. І падарожжаў яркіх і прыгожых. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засыпай.